Очень интересная ситуация, что происходит сегодня в Европейском Союзе. Я бы сказал так. Дело в том, что самой глубочайшей ошибкой люди просто историю перестают не то что читать, а обращать на нее внимание. Союз неравных, он рано или поздно будет качаться в тех слабых местах, скрепах, не в смысле внутри каждой страны. Там есть вековые, тысячелетние уклады. Вот люди хотели объединить сначала экономически, сейчас их объединяет, по сути дела, НАТО через США, и никто не обращает внимания на национальные, индивидуальные какие-то традиции, которые вековые. И вот эти скрепы, они трещат. И то, что они пытаются объединить Евросоюз с помощью Америки и ее мощи экономической и военной на санкциях и ненависти к России, например, выбрали какого-то врага, это говорит о том, что это глубочайший комплекс политиков. Они не то, что неумные люди, они просто знают, что надо отвлечь слабого, чтобы сильный в это время подумал и посидел и разобрался. Вот это настолько очевидно, что мне даже как-то неловко смотреть на их лица и слушать их слова по телевизору. Мне кажется, эти люди заблуждаются самым главным. Разбогатевшие капиталисты, они пытаются публично себя уравновесить со слабыми, бедными народами. Но это бред сумасшедшего, к сожалению.